Я хочу коллектив поздравить с такой знаменательной датой. 3 года – это, с одной стороны, много, с другой стороны, это совсем как один миг. Самое главное, что руководство национальной телерадиокомпании за эти 3 года смогло создать профессиональный, собрать коллектив и собрать такую классную производственную базу. И телевидение в Чувашии с открытием Чувашской национальной телерадиокомпании вышло на совершенно другой технологический уровень. У нас стали летать камеры, у нас стали в какие-то небеса забираться операторы. В нужный момент всегда операторы оказываются то в Москве, то в Сочи, то в других регионах. То есть вы там, где необходимо, и самое главное, вы там, где, откуда информация будет интересна зрителям. И самое главное, вы для зрителей стали очень полезными. О жизни города, о жизни республики, самую последнюю, самую свежую и самую жареную бывает информацию мы узнаем именно из Чувашской национальной телерадиокомпании. Что сказать, что касается нашего с вами взаимодействия, мы в первую очередь обращаемся к вам, когда хотим рассказать что-то интересное предпринимателям, что-то новое в законодательстве, что-то новое в приемах защиты своих прав. Мы обращаемся к вам, чтобы рассказать о своей работе и чтобы, самое главное, большее количество людей и большее количество предпринимателей услышала об этом, зная о том, что у вас очень хорошая, большая аудитория. Что можно пожелать? Пожелать можно, самое главное, наверное, то, чтобы вы эту аудиторию наращивали, и самое главное, чтобы люди, которые вас смотрят, вам доверяли. Вот доверие – это самое важное, что есть в взаимоотношениях журналистов и вашей аудитории.